Я не возьму сказать о том, как это оценивается в профессиональном сообществе, историками, но насколько я могу судить по тем небольшим, как я уже сказал, никакой общественной дискуссии нет, обсуждения нет, но по тем немногим голосам, которые звучат, судя по ним, можно сказать, что, в общем-то, никакой дискуссии переосмысления не произошло. Да, Первая мировая война воспринимается, да, скажем, вступление в войну, воспринимается как некоторый акт справедливости по отношению к младшему союзнику. И в этом смысле я уже обращался к этому примеру только что, но и сделаю это еще раз, потому что мне представляется важным. Скажем, современная британская дискуссия по поводу роли Великобритании и участия в Первой мировой войне во многом приводит спорящих представление о том, что Первая мировая война, хотя она Великая война, да, The Great War, тем не менее была поспешным шагом, бессмысленным шагом. Да, сейчас с точки зрения сегодняшней истории, оборачиваясь назад, мы понимаем, что она послужила формированию той идентичности, которая сформировалась в Великобритании за эти 100 лет, но тем не менее. Это была, так сказать, классическая, так сказать, война всех против всех, не принесшая никому, так сказать, ни облегчения, ни справедливости. В этом смысле я боюсь, что российское общество воспринимает и еще долго будет воспринимать Первую мировую войну как ее участие России в ней как некоторый акт справедливости, как не войну нескольких империалистических держав, каждая из которых боролась за, так сказать, за земли, за дополнительное влияние, за рынки и так далее, но как за некий справедливый акт. И мне кажется, что это еще один повод указать на то, что здесь не происходит вот этой вот рефлексивной и критической работы.